Всем привет, друзья! Этот видеоролик о том, как отремонтировать светодиодную лампочку. Быстро, и для этого не надо никаких супер талантов иметь. Значит, вот здесь поломка горит, но вот так вот, пол накала. Ну, остальные лампочки, в принципе, как бы вообще не горят. Ну, сейчас мы вот эту кучу лампочек и отремонтировать. Вот эта лампочка еще и что-то ее повело. Вот смотрите, допустим, он light тоже, как видите, не горит. Значит, нам для этого понадобится паяльник. Вот он. И открываем лампочку. То как я делаю это грубо, с помощью ножниц. Собственно говоря, ну как бы вырезаю. Я потом ничего не склеиваю. Вот так. Сейчас смотрим сюда. И находим светодиод, который сгорел. Ножницами покажу. Вот он с точкой. Наша задача его просто выпаять отсюда. И вот это место мы не будем новый светодиод делать. Это безумие. Я смотрю на эти ремонты. Ну, блин, ребят, лампа стоит 100 рублей. Она все равно потом сгорит. Потому что здесь некачественное. Там внутри, там все предназначено, чтобы она потом сгорела. Выпаяли. И вот это место просто запаяли, чтобы ток пошел дальше. Так, смотрим, нагрелся или нет наш. Нагрелся. Так, олово старое отсюда убрать. Теперь выпаиваем. Значит, смотрим. Я это делаю просто. Просто давлю. Проще некуда. Сначала отпаял сам светодиод, а теперь его ножку, подушку, на которой он держится. Ну, вообще, в принципе, дальше можно уже не отпаивать. Берем олово и капаем сюда. Достаточно. Проверяем, держится, нет, не держится. Еще разочек. Проверяем, держится, нет, не держится. Не держится, значит, выпаиваем дальше. Вот эту, значит, ножку надо выпаять. Ну, иначе оно отвалится, лампочка опять потухнет. Греем ее. И она отойдет. Не держится, ребят, припой. Значит, тогда мы возьмем сейчас припой, который свежий у нас вместе с этой полью. И сделаем им. Ну, такая лампочка. Вот у нас этот припой. Вот так. Проверяем. О! Вот теперь держится. Ну и самое интересное, можно даже не одевать вот эту
защитную, что у нас получится? О чудо! Она загорелась. Так. Как бы вам показать? Ну вот видно, что вот если видно, что один не горит. Одеваем на нее колбу. И все. Лампу можно эксплуатировать. Давайте теперь посложнее. Вот лампа, которая горит поначалу хорошо, а потом тухнет. Вот. Ну, короче говоря, нифига она не ярко горит. Вот смотрите. Видели, как та лампа горела? И как горит эта. Ну, проблема здесь тоже в светодиоде. Но он не совсем умер. И, как правило, у такого светодиода точка находится где-то сбоку. Он как бы умер, но не полностью. И вот я вижу светодиод здесь, такой сбоку подгоревший. Выпаиваем его. Так, сейчас попробую навести резкость. Вот он, видите, сбоку чуть-чуть подгорел. Выпаиваем. Ножку греем. Немножко за кадр уходит. Я прошу прощения. Есть. Одна нога отлетела. Вторая тоже отлетела. Вот у этой лампочки китайская, видимо. У нее ножки прям хорошо отлетели. Вот видно, у нас свободная площадка. Такую площадку можем запаять даже не новым припоем, а тот, что у меня вот здесь вот на наковальне остался. С кусками светодиодов. Ну, это я к тому, что этот ремонт, ну, он ничего не стоит. Это даже не то, что там дорого, либо дешево. Это вообще ноль. Так. Припаяли. Проверяем. Вот, хорошо держится. Прям пальчиком пытаемся. И теперь проверяем саму лампу. Там надо будет вырезать.
откручиваем ее назад, и о чудо, она опять горит. Ну, одеваем снова лампочку, все хорошо, все шикарно. Ну и давайте третий вариант. Вот такую лампочку вы уже не почините. Во-первых, я ее уже чинил. Во-вторых, видно, что и один, и второй светодиод прогорели. Это мусорное ведро. Ну, в моем случае я это выкидываю в стяжку. Потом заливаю стяжкой вот такие вот всякие штуки. Они мне служат строительным материалом. Так, друзья, все. Всем спасибо. Еще раз из инструментов чисто. Паяльник и все. Всем пока. До новых встреч.